Никому не справиться с Роем. Зерги Бракка пытаются уничтожить тушу иглообраза. Наши войска атакованы. Зерги Бракка пытаются уничтожить тушу иглообраза. Мы почти закончили. Атакованы. Оскверненные зерги! Я убью вас сам! Защищайте улей! Выкладывай. Твои пустоголовые слуги – ничто в сравнении с изначальными зергами! У нас мало времени. Покончим с этим. Я иду. Рой не знает усталости. Вперед! Я сокрушу любые преграды.
потому что мне нужна сила Зеруса. Я пожертвую всем, чтобы добиться своего. Ты поможешь мне. Твой рой отмечен знаком Амуна, падшего Зелнага, пришедшего на Зерус много лет назад. Он превратил зергов в свое оружие и забрал их отсюда. Но некоторые из нас скрылись. Наша численность росла. Наша раса оставалась чистой. Если ты ищешь силы, ты сама должна стать изначальным зергом. Ты должна стать чистой. Изначальные зерги считают рой оскверненным. Что с нами сделал Амун, падший Зелнага? Он хотел получить нашу способность поглощать эссенцию. Но мы были независимыми, не повиновались ему. Поэтому он подчинил зергов единой воле. Они утратили индивидуальность, стали рабами. Значит, скверна — это общий разум. Да. Для изначальных зергов такая судьба подобна смерти. Моя королева, зачем мы разбудили древнего? Его сила превосходит даже твою. Древний — это ключ к силе Зеруса. А мне нужна эта сила. Но он может убить нас. Это называется идти на риск. То, что делают тираны, когда чувствуют, что наступил подходящий момент. Понятно. Так же, как тиран по имени Джеймс Рейнер прилетел на чар, чтобы вернуть тебе прежний облик. Да, именно. Но когда идешь на риск, Иша, то порой проигрываешь.
изначальные зерги недопустимо. Нужно искоренить, уничтожить всех. О чем ты говоришь? Ты видела изначальных зергов дальнего боя? Выведены из гидролисков. Изначальные зерги крадут гены Роя. Рой на планете часы и дни. Его уже копируют. Абатур, ты расстроен? Недопустимо. Сила Роя — способность заимствовать все лучшее. Изначальные зерги не должны получить нашу силу. Не волнуйся на этот счет. Скоро они будут на нашей стороне. Отправляйся на место рождения зергов. Там ты пройдешь испытание. Тебя может разорвать на части. Но если ярость сделает тебя достаточно сильной, сила Зеруса будет твоей. Она нужна мне, чтобы убить Менгска. Скажи, что я должна сделать. Сила, которую ты ищешь, гораздо древнее меня. Она не дается просто так. Чем ты готова пожертвовать ради своей мести? Всем. Ты ведь чувствуешь силу. Она взывает к тебе. Иди же! Изначальные зерги узнали о твоем прибытии. Они движутся к тебе. Абатур, пришли мне то новое существо, над которым ты работаешь. Роевика. Выведен с использованием изначальной эссенции. Порождается ранчидов. Рой жаждет крови. Изначальные зерги нападают. Чтобы атаковать, Роевик должен окопаться. Я слушаю тебя. Вот и они. У нас мало времени. Покончим с этим. Я иду. Войска изначальных зергов уничтожены. Путь свободен. Рой жаждет крови. Говори скорее. Вперед! Что теперь? Ты уже близко. Приближается момент истины. Скоро мы узнаем, достаточно ли сильна твоя ненависть. Это омут. Изначальный омут рождения. Он существует с незапамятных времен. Именно здесь впервые возникли зерги. Внутри него единая эссенция разделилась на несколько. Она поглотила другую и стала сильнее. Стала первым зергом. Ты получишь силу,
когда потеряешь себя, эволюционируй, обрети новую форму, выйди за грани. Рекомендация: избегать омута. Каталитическая жидкость погубит тело королевы. Оно недостаточно сильное. Зато ненависть королевы достаточно сильна. И если я выживу, то стану намного сильнее, чем прежняя королева клинков. Иша, защищай Ули и Хризалиду, пока я не закончу или не погибну. Как прикажешь. Нужно больше роевиков. Их можно создать из личинок в инкубаторе. Поблизости собираются остатки войск Бракка. Они готовятся к атаке на Улей. Нам нужны роевики, споровики и плеточники у этого входа. Я чувствую, как с другой стороны водоема собирается еще одна стая изначальных зергов. Слушайте меня, ваши зерги! Вы убили Брака, но его стая выжила! Я объявляю его территорию своей, как и его эссенцию!
изначальных зергов вступили в бой друг с другом. Мы не можем отвлекаться от защиты Хризалиды. Взываю к вам, падшие зерги! Ваша предводительница спит и уже не проснется! Моя стая будет убиваться вашей эссенцией! Стая Ягдры собирается атаковать наш улей, приготовиться к обороне. Во Иша, важное наблюдение. Изначальная эссенция концентрируется в омуте. Можно использовать, создавать стаи саранчидов, защищать улей от атак. Приближается еще одна волна изначальных зергов. Нужно породить саранчидов.
Ягдра послал в атаку на Хризалиду стаю летающих зергов. Враг атакует улей. Я чувствую рядом присутствие огромного изначального зерга. Похоже, он дикий. Тиранозор. Дикий. Неимоверная физическая сила. Полезная эссенция. Нужно получить. Это возможно. Но нам придется пройти через зону конфликта между стаями Брака и Ягдры. Обе стаи идут на нас. Приготовьтесь отражать сразу две атаки. Улучшение. Превращение нашей королевы наполовину завершено. Держите оборону. К изначальным зергам постоянно прибывает подкрепление. Мы должны попытаться обойти их. Тиранозора получен. Продолжу исследование эссенции изначальных зергов. Thank you.
можно больше, Веспена. Наши войска атакованы. Улучшение завершено. Изначальные зерги разрушают завал рядом с Хризалидой. Изначальные зерги разрушили завал. Защищайте Хризалиду. Наши войска атакованы. Хризалида открылась. Наша королева начинает пробуждаться. Thank you.
Наши войска атакованы пулей. Стая сильна! Мы поглощаем! Мы добываем эссенцию! А шестерги еще живы! Добудьте их эссенцию! Убейте их! Ягдра собирает войска. Они приближаются к нашему улью. Защищайте Хризалиду! Рой победит! Мрак атакует улей! Мистер Мрак атакует улей!
Иша, что делает изначальный зерк на моем Левиафане? Я Ихака, тот, кто собирает. Я убиваю, беру эссенцию. Я пришел к тебе, потому что чувствую, что ты изменилась. Весь Серус чувствует это. Весь Серус боится этого. Но ты же не боишься меня, а, Дихака? От тебя исходит свет. Я буду следовать за тобой, пока ты приносишь эссенцию. Что ж, я заключала союзы на более шатких условиях. Оставайся. Вздумаешь предать меня, твоя эссенция станет моей. Да. Ты переродилась. Теперь ты глава стаи, и сила твоя безгранична. Кажется, я могу раскалывать планеты. Стала ли ты равной Амуну, который когда-то управлял тобой? Он никогда не управлял мной. Я ощущала влияние, след тьмы, которая давно отступила. Амун погиб до того, как меня заразили. Надеюсь, потому что он правда мог раскалывать планеты. От тебя исходит столько силы, больше, чем когда-либо было у королевы клинков. Все стало по-другому. Раньше я всегда могла слышать рой, управлять им. Но сейчас я его чувствую. Я сама рой. Думаешь, оставшиеся главы стай присоединятся ко мне? Они... Камень, дерево, гора. Они встанут на пути ветра, чтобы стать сильнее. А ты? Я река. Я обойду препятствие, чтобы получить эссенцию. Теперь главы стаи ничего не могут противопоставить Рою. Они собирали эссенцию тысячи лет. Они ослеплены, но не глупы. Цепочки генов изменились, перестроены на базовом уровне. Сильнее, чем королева клинков. Генетическая структура сложная, но гармоничная. Совершенно другая. Да, я другая. Я не подчиняюсь никому. Когда артефакт Зелнага вновь сделал меня человеком, он очистил меня от влияния Амуна. И это позволило мне стать чем-то большим. Взять образец. Новый генетический материал. Даже не пытайся. Ты никогда не сможешь понять мою новую природу.
Тяжело признать. Новая структура не поддается осмыслению. Вернусь к работе. Время пришло. Пора встретиться с оставшимися главами стаи. Возьми то, что принадлежит им. Определи судьбу всех зергов.